Голова на плечах, я мелочах, пока в живых. Пара на живых, и те хирург поставил больницы. Я был под наркозом, размытые лица я видел. Видел то, что не нужно, врач принял внутрь, что нужно наружно. И вот понеслась операция, и подвыпивший врач две медсестры увел. Вы не забыли бы во мне скальпель, а то выпили ведь папоре капель. Но я все понимаю, рассуждаю резво, я трудно за лезвие держаться трезво. Увез страну с наркоз, и у меня остался один лишь вопрос: сколько выпито у них там по дозам? Я все это время лежал под наркозом.